Полицейские Кабардино-Балкарии совместно с оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России закрыли в республике масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции. Подпольный цех по производству контрафакта размещался на базе предприятия «Старт». Сообщается, что в ходе операции правоохранительные органы изъяли 60 тысяч бутылок поддельной водки и 20 тысяч бутылок коньяка. Все они были оклеены этикетками известных российских брендов. Во время обыска также обнаружено 100 тонн готового к розливу купажа, 150 тысяч поддельных федеральных специальных марок. В настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения, задержанию и привлечению к уголовной ответственности лиц, организовавших нелегальное производство.